Как привести в порядок все аварийные фельдшерско-акушерские пункты республики? Этот вопрос станет одним из главных для татарстанских парламентариев на предстоящем президиуме Госсовета. Сегодня депутаты побывали в казанских клиниках, а потом отправились в Высокогорский район, где посетили ЦРБ. Модернизация здравоохранения Татарстана принесла ощутимый эффект, отметили они. Сегодня нужен следующий целевой республиканский проект, направленный на охрану здоровья и повышение продолжительности жизни татарстанцев. Ну, конечно, вот сегодня хотелось бы, чтобы на уровне правительства была разработана программа о реконструкции, может быть, модернизации объектов амбулаторно-поликлинической сети, где в том числе будут фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники, и участковые больницы.